Здравствуйте, друзья! У меня в руках вот такая долгожданная коробочка. Это новый ремоут-контроль, пульт удаленного управления Zyunkrana. В коробке у нас инструкция, сам новый пульт. Вот теперь он стал такой профессионального цвета. Черный и прямоугольный. Здесь у нас с вами кнопка, похожая на кнопку у нового джойстика. Такая же широкая и, в общем-то, удобная. Кнопка выбора режимов сделана тоже отдельной. Кнопка включения-выключения. И новинка для пульта – это White Tally, то есть управление зумом. В коробке имеется вот такой хомут с резинками и USB-кабель. Итак, попробуем его поставить на ту ручку, для которой он предназначен. Инструкция очень подробная на китайском и английском языках. Открутить вот этот винтик и установить вот таким образом. После чего поставить хомут на ручку, ну а уже затем поставить наш джойстик. Очень просто и понятно. Итак, сделаем это. Пластиковый винтик напоминает нам крепление GoPro. Какие тут огромные прокладки. Две явно не влезет. Зачем-то две сделали явно с запасом. Я думаю, что хватит нам одной. Делаем все как по инструкции. То есть вот ставим винтиком вверх. Поставим нашу ручку теперь. На рисунке было видно, что вот эти вот винты должны стоять вот с этой вот стороны. И теперь дело за малым. Нужно защелкнуть вот это вот устройство. Загнут этот краешек, то есть нужно вот так вот ее зажать и защелкнуть. Очень красиво, очень профессионально выглядит. Нам нужно включить его. Вот включаем. Это у нас индикатор батарейки, а это индикатор Bluetooth. Сконнекчен он или нет? Вот в данном случае он не сконнекчен. Точно так же у нас здесь есть microUSB разъем для того, чтобы можно было заряжать имеющимся проводом или любым другим. Наш джойстик практически не изменился. Добавился только рычажок White Tally. Остальное все ровно то же самое. Изменилась эргономика, она стала несколько симпатичнее, профессиональнее и удобнее. Прекрасных вам кадров и хорошего настроения.